Этот проект очень уникален, и мне кажется, это очень важно и ценно, то, что у нас в республике поддерживают художников, как молодых, так и уже взрослых, состоявшихся. Все абсолютно находятся наравне, и мы можем вспомнить тех людей, которых уже нет, и которые внесли свою лепту в творчество Башкортостана. Меня зовут Екатерина Ямщикова. Я певица, лидер фолк-проекта Кати Ямщикова. Хочу призвать вас, друзья, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к проекту «Любимые художники Башкортостана». Поддержите начинание, узнайте больше о наших творческих людях. И приходите на концерт 21 октября, чтобы все увидеть своими глазами.